Протестующие прошли по центральным улицам Белграда с флагами и транспарантами, выкрикивая лозунги против присоединения Сербии к Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу. Люди еще не забыли, как авиация НАТО наносила удары по мирным городам страны, включая столицу, во время войны на Балканах. Власти Сербии уверяют, что в их ближайшие планы не входит вступление в ЕС или НАТО, однако граждане не доверяют политикам, поэтому регулярно проводят подобные акции. Напомним, что в Черногории попытка начать переговоры о вступлении страны в НАТО едва не закончилась свержением правительства. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы сказать свое «нет» руководству страны. В итоге властям пришлось отказаться от планов по присоединению к Североатлантическому альянсу.